продаже американская бритва, та самая, которая была на одном из обзоров, по-моему, в том году еще. Вот, бритва из моей коллекции, буду продавать в комплекте оригинальный чехол, торговая марка Everkin. Вот, производитель Джон Притслав Хадве Ко, так компания называлась. Вот, располагались они в Соединенных Штатах Америки. Ну, в общем, вот, кого заинтересует, я вот вставлю ссылку. Если аннотации у вас включены, вы можете по ней пройти и посмотреть полный обзор с историей этой бритвы, с историей производителя. Вот. Бритва в идеальном состоянии, передоведена и полностью готова к бритью. Ручка тоже полностью целая. Ну, в общем, тут все как в обзоре. Так, покажу, как тесты проходят, и буду выкладывать на продажу. Бритва берился, бритва, конечно же, понравилась. Я у себя в коллекции плохих бритв не держу. Такая звонкая сталь, можно сказать, поющая. Ну, все тесты с легкостью проходят. Что немаловажно, прекрасное состояние коллекционное и то, что бритвой практически не пользовались. Тут оригинальная заводская геометрия, аккуратная тоненькая фасочка. Вот так распуск проходит. Вот. Обращайтесь, кому интересно, продается.